Гию очень любили. И он один из немногих людей, которым я могу сказать, что его друзья не бросали до последней минуты. То есть они, может быть, не приходили, но звонили. Мне звонил Басилашвили, Резо Габриадзе, волновался, они разговаривали по скайпу. Буба Кикабидзе прислал письмо, я позволю себе вам его зачитать. Но это обычное письмо, но это Буба написал. Гия, спасибо тебе за 50 лет нашей дружбы. Спасибо за счастье, которое ты подарил мне, выбрав героем своих замечательных картин за Бенджамина, Герцога, Валико, Фомо. Спасибо за любовь зрителя, за наши чудесные веселые дни, которые навсегда останутся со мной. Мои глубочайшие соболезнования семье, коллегам и зрителю, для которого он творил. Твой Квахтанг Буба Кикабидзе.